Сегодня перед вами выступает театр индийского танца «Таранг» под руководством гуру Ашвани Нигама. Наш театр был создан в 2003 году. Гуруджи Ашвани Нигам – уникальный педагог индийского танца в России, который передает нам это искусство уже в течение целых 22 лет, ставший в нашей стране уже живой легендой. Влюбившись в нашу страну и оставшись в ней, он создал свою школу и театр и сумел встречным стремлением и любовью исполнить мечты русских девушек и парней, научиться индийскому танцу и приобщиться к культуре этой страны. Гуруджи – первый на сегодняшний день индийский режиссер, сделавший постановку в Российском театре, школе драматического искусства на Сретенке и играющий в спектакле эпической драме за главную роль завоевателя Алаудина Хильджи. А еще в далеком 1999 году им была поставлена первая в России двухчасовая танцевальная драма мира со своими лучшими русскими учениками. Равно как и танцевальная эпическая драма «Рамаяна», поставленная Ашвани Нигамом осенью 2007 года. В театре есть школа для подготовки профессиональных танцоров классического стиля катхак, школа Лакхнау, северных индийских народных танцев и танцев любимого нами индийского кино. Также в театре открылось и успешно развивается новое направление современного индийского танцевального стиля Болли Нуэво. В рамках работы театра осуществляются постановки танцевально-драматических спектаклей, готовятся шоу-программы для праздников, проводятся лекции и концерты, семинары и мастер-классы в различных городах России, а также ежегодные экзамены по танцу в Москве под руководством Университета музыки и танца Прояг Сангит Самити, город Аллахабад, Индия. Артисты театра участвуют в различных фестивалях и конкурсах и занимают призовые места. Таранг является многократным победителем всероссийского конкурса индийского танца «Холи». Каждый желающий построить свою карьеру, профессионально занимаясь индийским танцем, обязательно находит своего настоящего учителя. Начать наш концерт с редкой молитвы. Молитва Бхарат Мата, Мать Индия. О моя Родина, у меня не хватает слов, чтобы приветствовать Тебя. Твое величие беспредельно. Самая высокая гора земли украшает Твое чело, как корона. Индийский океан омывает Твои стопы. Во всех частях света знают о Твоем величии. Когда весь мир погибает от порока, жадности и хитрости, Ты указываешь нам просвещенный путь любви и духовности через различные религии. О, Мать Индия, я люблю Тебя всем сердцем. Матри Буми.
Tiketa, 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 ti
Он посвящен покровителю всех танцоров.